Страшное ДТП произошло 30 апреля. В результате аварии, произошедшей на трассе в Ставропольском крае, погибли 5 девочек-спортсменок из волгоградской баскетбольной команды. Еще 5 получили серьезные травмы. Следствие установило, что водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, который в свою очередь и протаранил микроавтобус со спортсменками. Обвинение предъявлено водителю отечественной легковушки и микроавтобуса. Кроме того, установлено, что поездка с самого начала была небезопасной. В салоне не было ремней безопасности, а водитель работал по поддельной трудовой книжке. Также следователи требуют привлечь к ответственности руководителя спортивного учреждения, допустившего преступную халатность.